Людей много. У Юлии двое детей. В приюте «Живая надежда» она прожила больше 2 лет. Ее дом в Красноармейском районе уничтожил пожар. Сейчас девушка самостоятельно снимает квартиру во Владивостоке, а сюда приезжает просто помочь. За небольшую сумму подрабатывает воспитательницей. Мне помогли с восстановлением документов, ну то есть совсем с вещами. У меня была комната, то есть здесь предоставляли полностью все. Всего в приюте 10 матерей и 12 детей. Возраст ребятни от нескольких месяцев до 6 лет. Все не могли оказаться в доме малютки. Ни у кого из их родителей нет своей жилплощади. У Валентины сгорел дом, у Анастасии дочь могли отобрать органы опеки, но представители приюта решили помочь. А 22-летняя Алена жила все время у знакомых и друзей. Мать от нее отказалась, отца нет. Девушка решила, с ее ребенком такой истории не должно повториться. Папа его отказался от нас сразу. Сказал нет или аборт, или... оставляешь, мы это. Я, конечно, не могла ничего сделать, я оставила. Ну и мне подсказали про этот центр. Я вот пришла сначала, буду еще беременная, узнала о нем, посмотрела. Ну и переборола через себя, через ребенка, ради него пришла сюда. Приют помогает обездоленным матерям-одиночкам уже более 5 лет, а сама организация существует еще с 99-го. Тогда это был реабилитационный центр для беспризорников. Основала и долгие годы содержала его жительница Новой Зеландии Рэйчел Пирс. Но с недавнего времени финансирование из-за рубежа прекратилось. Месяц по самым скромным подсчетам, вот самые скромные, то есть минимум, что нужно, это примерно 250-280 тысяч рублей. Нам удается там собрать, ну, когда 80, когда около 100. Этих средств явно недостаточно для того, чтобы существовать. Организация подобного типа единственная в Приморье. Чаще всего сюда попадают выпускницы детских домов. Помощи им ждать неоткуда, с документами они, как правило, работать не умеют. Задача приюта – социализировать мамочек, показать им ценности семьи и подготовить к самостоятельной жизни. У нас здесь категорический запрет на алкоголь, на употребление алкоголя, тем более наркотиков, на курение и другие привычки. То есть у нас не закрытое учреждение, мы готовы принимать всех, кто нуждается в помощи, мы готовы принимать гостей, друзей, приходите, смотрите. Если кто-то оказывает помощь, куда она направляется, тоже мы открыты, готовы предоставить отчеты. В доме определенный распорядок дня. Готовят и занимаются уборкой девушки сами. Некоторые здесь живут всего пару недель, а многим для того, чтобы обустроиться за пределами приюта, требуется и 2-3 года. Кажется, что это одна большая семья, но далеко не всегда сожительницы между собой могут найти общий язык. Чаще всего мамы ссорятся на почве. Все-таки вот детей, то ребенок ударил другого ребенка, маленький, потому что еще ничего не понимает, то грудной ребеночек спать не давал, мамочки живут по 2-3 мамочки, и, соответственно, их дети с ними живут в одной комнате. Комнаты у нас большие, конечно, просторные достаточно, но все равно, даже когда в соседней комнате ребенок плачет, ну, уже это слышно. Для того, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, с девушками общается психолог. К тому же в особняке есть много общих занятий на объединение интересов. Зимой это игры с детьми в домашней обстановке, в теплое время года прогулки на море, фруктовый сад и огород. В доме 3 этажа, 800 квадратных метров, но все комнаты не используются по той причине, что нет денег на ремонт и содержание этих помещений. Хотя проживающих становится все больше, и поток людей будет только увеличиваться. За 2016 год приют помог встать на ноги 19 матерям. В скором времени планируется наладить взаимоотношения с приморскими колониями. В центр помощи должны прибыть девушки с детьми из мест заключения. Единственное, чего опасается руководство, это закрытие приюта из-за нехватки средств. Вся надежда на безвозмездных спонсоров. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.